Я думаю, что Россия просто обязана помочь Украине, потому что это наши братья-славяне. И то зверство, и тот ужас, который творится сейчас, не может быть оставлен без внимания нашей страной. И, конечно же, какие-то проблемы возникнут, может быть, финансовые, потому что, конечно же, Россия вкладывает сейчас большие финансы в помощь Украине, но я считаю, что, опять-таки, мы должны понимать, что сейчас людям этим необходима помощь, и мы готовы ее предоставить, Россия, как страна с большой душой и с большими возможностями поможет. Ну, а что мы можем сделать, чтобы сделать легче, помочь людям? Ну, я думаю, что каждый из нас должен относиться к этому положительно. Каждый из нас должен относиться к этому с желанием и с любовью к этим людям, которым каждый из нас подарит лучик своего тепла в душе. Я думаю, что тогда, конечно, все будет хорошо.